Меня интересовало, кто хозяин, первый строитель здания музея истории и культуры, ну, видимо, и литературы Алтайского края. И вот, по милости Божией, я сегодня пришел в Краевой музей, и ко мне благосклонно отнеслись здесь и позволили узнать. Я дома прочитаю, чтобы не задерживать, у них обед скоро будет. Я сейчас еще раз сверху начну поближе. Так, так, минуточку, сейчас. Господи, помилуй, благослови. Показать. Это прекрасно. Все, спаси Христос. Благодарю. Все, вы что, сняли? Да, все. Ага. Так, где у меня выходить-то? Вот она где. Вот я сейчас вышел отсюда. Это сегодня 24 декабря 2019 года. А это для слепых. Вот так вот можно нажать и узнать. Вот я снаружи сейчас сниму. Тут был краевой суд в 86 году, и меня судили. Вот я сейчас смотрю, как меня завозили тут. Вот. Вот оно, что тут находится в здании в этом. Ну, можно прочитать. Вот. Тут они отметили, видимо, первая, кто была директориса, или как директор называют. Вот она здесь. Вот, Вараксина Тамара Ивановна. Сухаровый. Вот. Мы с одного года рождения с ней. Вот так. И дальше. Вот откуда я это взял? Хожу я тут и нигде в интернете не мог найти. А вот тут написано. Вот она как написано. Аларовский. Вот ЕП. Я дома посмотрю, кто такой, тут не прочитал. Ну вот и все. Вот какое здание большое. Если так показать. Вот тут машины стоят. Это вот здание идет туда дальше. Вот какая его. А я из дома выхожу и вижу его. Это. Что тут есть? Ну тут склады. Ладно. Вот так. Двухэтажное здание. Это он один построил или как там? Ну, главное, хозяин, видимо, был. Тут разные елки. И вот это здание идет дальше и там заворачивает. Красивое здание. О, никогда я не думал, когда меня привозили в Воронке сюда. Это было июль-август в 86 году. Вот рядом видно большая труба. Тут опт еще. Вот, прям совсем рядом. И тут же моя... Вот, вот. График работы музея. График работы музея. Вот как красиво сделано все. Тут видно вот как оно. Большие ворота. Это вот из чугуна, видимо, отлитое вверху. Государственный музей истории, литературы, искусства, культуры Алтайского края. Ну, тут, может, и не видно будет даже. Руки замерзли. На холоду держать приходится. Ну, вот здесь вот что есть под охраной. Багира охраняет. Вот. И здесь на улице вот такое вот объявление. Ну, как афиши. И тут же для глухонемых. Замечательно. Ну, а здесь... Не курить, no smoking. Вот так. И вот отсюда, если сейчас посмотреть, это ему принадлежало, очевидно. Вот. Ну, мерить шагами я сейчас уже не буду. Ну, больше 100 метров, конечно. Вот оно как идет. Вот оно, здание, так сказать, ограда его из какого кирпича. Вон куда идет. Больше 100 метров. Ну, а рядом тут какие-то здания такие простые. Тут рябина насаженная, красная рябина. Не калина, а рябина. А там большие дома, 16-этажные, вон, видать. Вон там огромные. Я тут, пока обедали они, строители, то я залез на крышу и оттуда поснимал. Вот здесь рядом 16-этажные дома. Ну и все на этом пока.